Так все было хорошо, и тут бабат. А сейчас для всех вас, любимые мои, для тех, кто переживал за моего кота, я хочу показать звезду Инстаграма, моего любимого Дымка. Привет! А вот и он, Дымочек. Как твои дела? Все ли хорошо с тобой, малыш? Он говорит вам, что он вас любит и целует нежно и крепко.